Это то самое платье, которое я выбрала по тактильным ощущениям. Я люблю, знаете ли, такую ткань, которую я не ощущаю на своем теле. Я называю ее второй кожей. Если вы также выбираете для себя платье, как и я, непременно обратите внимание на платье Кассия. Вам будет абсолютно не жарко в этом платье. Ты знаешь, иногда летом я выхожу на улицу в тапочках, потому что забываю, что я забыла переобуться. Вот это тот самый момент, когда я могу выйти на улицу и понять, боже, я платье одела или нет. Ну что ж, Олечка, да, ты в изумительном платье, и ты его надела на себя. Это платье Кассия, это наша новинка. А мы хотим продемонстрировать вам цветовую палитру и анималистичный принт. Если Оля выбирает сегодня для себя черный с зеленым, то сейчас на ваших экранах черный с розовым. Между прочим, ваши любимые лавандовые нотки, ну и, конечно же, коралловые оттенки идеально сочетаются в цветовой палитре. А платье выглядит очень праздничным. Сегодня наступает самая та пора, когда многие мамы, учителя в поисках своего нарядного платья. И третий цвет и принт, который мы вам предлагаем, это зебра с черным. И обращаем ваше внимание, что анималистичный принт до сих пор актуален. Давайте посмотрим на свой стиль по-новому. Я бы сказала, это символичный принт, потому что вся наша жизнь состоит из полосок белых и черных. Но вы смотрите, здесь преобладают именно белые оттенки. Итак, выбирайте свой размер, свой понравившийся вам цвет и звоните в колл-центр. Размерный ряд у нас от 48 до 62. И помните, это платье вы практически не будете ощущать на себя. Вот он успех. Успех ткани. Свет, рассказывай, что это за ткань. Ну что ж, моя дорогая, пока я рассказываю про ткань, мы сейчас полюбуемся на тебя и перейдем на подиум. И посмотрим, какие цвета выбрали наши девочки. Ткань действительно потрясающая. Причем, сразу хочу заметить, здесь собрались две ткани. Трикотажно-вискозное полотно и масло. Ткань масла – это больше шелковистых волокон, поэтому выглядит она как 100% шелк. Но учитывая то, что шелк капризный, многие дизайнеры сегодня ставят на первое место именно вискозное масло. Обратите внимание, как статусно выглядит это платье, независимо от выбора принта и цвета. Вероника сегодня выбирает классику – черно-белая гамма. Но обратите внимание еще и на правильную расстановку полосок. Я сразу хочу сказать, что эти полосы стройнят нашу Веронику. Внимание! Вы можете сказать, что наша модель носит размер 56. Никто никогда бы не подумал, что у Вероники 56 размер. Но посмотрите, как прекрасно выглядят сегодня наши женщины. Как грамотно они подчеркивают свою красоту и женственность. Итак, полоски, посмотрите, они находятся на воротниковой зоне. Кстати, Веронички открывают зону шеи, делают ее более изящной. Ну а полосы, которые расположены в таком хаотичном, на первый взгляд, порядке, могут сказать о том, что это асимметрия. Отвлекает ваши взоры от форм Вероники и подчеркивает ее красоту. 56 размер у Вероники? Да просто она неправильно выбирала для себя одежду. Посмотрите, ну какой 56? Да 50-52 максимально. Если вы хотите отнять у себя парочку-троечку размеров, звоните в колл-центр, выбирайте для себя именно такие платья. У нас их остается очень мало. 3199 рублей. Позвольте себе такое изысканное удовольствие. Я сразу хочу сказать, что от воротниковой зоны, еще раз давайте посмотрим на другой цвет, это черный с розовым. Оля, еще раз обрати внимание, как украшена зона рукава, манжеты, воротниковая зона, ну и эти диагонали. А сейчас я бы хотела обратить ваше внимание на нижнюю часть платья, юбку. Вообще, если учитывать крой этого платья, он очень сложный. Платье словно разделилось на две части, верхний блузон и нижняя юбка. Так вот, именно юбка слегка расширена к низу. Это мы добиваемся за счет именно клиньев. Если посмотреть на изнаночную сторону нашего платья, я вам демонстрирую сейчас, это юбка шестиклинка. И благодаря именно этому фасону ваша фигура становится более пропорциональной. Потому что если растянуть платье и посмотреть на него более внимательно, именно нижняя зона платья слегка расширена к низу. Вот оно, хитрое платье, продуманное, слушай, сложно скроенное, сложно сочиненное, а цена за него 3199 рублей. Не ищите в магазине такого платья, такого кроя, такого изумительного качества вы не найдете. Но знайте, что завтра оно будет стоить уже больше 4000 рублей. Выбор за вами.
Ну что ж, сразу хочу сказать, Оля, у нас уже работает счетчик, потому что новые коллекции лимитированы. И мы обращаем ваше внимание на то, что не каждая женщина сегодня успеет подобрать свое платье. Если у вас сейчас остро встал вопрос о нарядном платье, но вы хотите носить его и потом, я рекомендую вам обратить внимание на платье Кассия. Милые мамы, милые педагоги, у нас сейчас с вами на самом деле остается очень мало времени на поиски своего платья. Ты знаешь, Светочка, это то самое платье, которое очень пригодится в летний период. Его с утра надели и побежали. Знаешь, в магазин можно сходить, детьми, внуками заняться. И, знаете, вечером можно сходить в кафешку, почему бы и нет, или в ресторан, или на званый вечер. Это то самое платье, которое я называю универсальным. Оно не будет висеть и ждать своего часа в вашем гардеробе. Это платье, которое будет постоянно вами носиться. Хорошее вложение денег, очень рекомендую. 3199 рублей. Три цвета на выбор. Широкий размерный ряд. И начните уже наконец-таки знакомство с телеканалом Shop & Show. Почему бы не заказать именно это платье? Ну что, Шолечка, тебе платье действительно безумно идет, а вот я тут рассматриваю швы. На самом деле, выбирая такие платья, обращаем внимание на то, как оно оформлено. Посмотрите на окантовку. Все, мы видим с вами оверлоги. И, конечно же, двойная обтачка зоны горловины. Это говорит о том, что воротник никогда не потеряет своей формы, он не лопнет, не вытянется после многочисленных носок и стирок. И еще раз хочу вам продемонстрировать эту красоту. Нежно-лилово-розовая гамма с черным. Оленька сегодня выбирает у нас зеленый с черным, а для любительниц классики анималистичный принт черно-белое. И знаешь, мне еще нравится, как оно немножечко струится, когда при ходьбе. Ты обратила внимание? Действительно, Оля, у нас было платье Кассия в ярко-оранжевом цвете, но сейчас новая коллекция весна-лето радует еще и новыми цветовыми палитрами. Обратите внимание, наша модель Елена также носит размер 54-56 и выбирает сегодня для себя платье Кассия. Ярко-розовом цвете. Выбирайте свой цвет и звоните скорее.